Я вообще не боюсь обунг. Что они могут сделать? Ну подумаешь, 150 штук. Что? Что? И ничего не может, смотри. Вот это их толпа. А ничего не можете, да? Че ты мне сделаешь? Че? А? Не можете ничего сделать? А я бегаю с задним... Получил, короче, подсрачник. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Ситучка, Гусанёк, Думыч, Профит, Пловик, пацаны, поздравайтесь. Привет. Ассалам алейкум, братья. Всем присылаю привет. Здравствуйте. Мы скачали новую карту, она очень прикольная и многоуровневая. И будем убегать от абунг. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас сегодня будет 100 абунг и жесткое выживание. Погнали. Так, начнем с слабых, как всегда. Хотя тут слабых нету, тут все жесткие. Давайте сразу вот с таких вот начнем. Так, и надо сейчас отбежать подальше. И поставлю сейчас сразу двадцаточку штук. Ну, несколько очередей поставлю. Так, он за мной до сих пор бежит? Нет, о, давайте в здание. Надо. Давайте проверим, как он будет по зданию бегать. Мальчики, бегите. А он не бегает по зданию. Он прыгает по зданию. Он прыгает по зданию? Ай, ё-моё! А я живой, я живой. Он может зайти. А он на меня заагрился. Ставим еще. Ой-ой-ой-ой-ой, я ж двоих друзей ставил. Кстати, можно подплыть под здание. Все, попадали, попадали абунги. О, какая штука. Они не бегают, они поверху встали и стоят. Можно я в этот раз выиграю, как и в прошлый раз? Можно, можно. Так, сейчас я их поудаляю. Подождите, я очищу карту. Они что-то заглючили, нельзя их, короче, ставить. Надо ставить чисто на этой части. Так, погнали, вот так вот прям буду ставить. Я не буду. Ой, они все застряли. Как в прошлом. Дима, нельзя читерить, нельзя. Да, я же, видите, хочу сразу миллион штук поставить, не получается. Ого, их там наставил. Они стоят просто. Не, падает, падает, все, полетели. А нет. А чё? Некоторые бегают, некоторые стоят. А чё они так странно себя ведут? А, все, поехали. Надо возле них побегать, тогда начинают жестко атаковать. Уходи, так. Да? А я же специально так сделал. Сейчас я их поведу через всю карту. Ребята, досмотрите ролик до конца и не забываем поставить лайкосик и подписаться, потому что мы поставим 100 абунг. Это будет очень-очень весело. Они весь. Опять стоят. Да? А как-то они странно себя на этой карте, да, ведут, пацаны? Да, очень. Ой, а чего вы так ведете себя странно? Да. Давайте разных поставим. Может, все-таки из-за того, что разные надо ставить? Они же дурачки. А, дурак, блин, я испугался, под ноги мне прыгнул. Еще ставим. Еще ставим. Все, все. Ребята, штук 60 уже поставил. Начинается веселье. Погнали, давайте всех загрим. Между ними я хотел пробежать, но что-то я очкую. О, я вижу, Профит слился, хорош. В конце ролика, ребята, посмотрим через таб, у кого больше смертей. А у кого будет самое меньше смерти, тот будет лучшим игроком. Так, давайте возле этих пробежим, заагрим. Так, получается, возле них надо бегать, чтобы они агрились. Это очень странно. Ребята, карта новая, вышла только сегодня. О, еще Фловик слился, это хорошо. А не ТП-хать на этой карте, интересно, или нет? Нет. Нет? Давайте еще поставим, что-то мало. Поставил перед челиком и сам слился. Лошара! Так, хорошо, хорошо. Убежали мы еще. У меня же демон их мало запинговало. Да не страшно, не бойся. Опа, челик стоит на ступеньках. Давайте... Ай, хотел проверить, смогу я пройти или нет, не смогу. Так, вижу, Фловик хорошо прям сливается, отлично. Я иду в помещение, чтобы побольше повыживать. Давайте проверим, смогу я проскочить или нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Мамочка моя. Ох, как, блин, ноги аж поджимаю. А, видели? Через крышу прыгают. Надо подняться. Тут такой гул, кстати, в здании очень прикольный. Я буду сейчас на крыше стоять и смотреть, как пацаны сливаются. Это я люблю. О, все, я на самом верху. Мне интересно, допрыгнут они наверх или нет? О, я вижу, еще кто-то наверху стоит. Так, давайте попробуем так с краешку подойти. Ух, и
А ну-ка, давай умирай, Демьян, быстро. Не, я не буду, я не буду. Они не допрыгивают. Быстро! Ого, стекла бьют. А кто там стекла бьет? Они застряют в этих штуках. Ох ты что, там крышатся стекла все. Еще. А! Ё-моё, так же можно обосраться. Блин, ну жестко убили. Вообще сильно. Я только до тебя добрался. Да, я сейчас к тебе опять приду. Только вот я не знаю, получится у меня или нет. Они прям забаррикадировали вход. Я их сейчас выведу. А тут два здания, да, всего? О, молодец, да, что убрал их. Так, я попытаюсь сейчас зайти на здание. Отлично. Надо нам какое-то выживание будет сделать с паутиной Человека-паука. Да. Только какое выживание? Потому что бунги не очень-то хорошо будет до нас доставать. Да, можно просто засесть наверху карту, и они не допрыгнут. Угу. Мы что-то придумаем. Что, я наверху? А что, статую нельзя трогать? Так, а что у меня физган стал зеленым? У меня никогда он не был зеленым. Это очень странно. Тэпнулся, читак, я ненавижу его. Ух ты, тэпэкнулся, да? Так, да. Ребята, добавляем, давайте добиваем уже до 100 штук. Я думаю, что довольно-таки... Да ничего, издеваться, я стоял не на самом краю. Я как бы стоял, ну как бы. Так, идем наверх тогда. Ой, туда. Там есть ступеньки? Нет ступенек. Так, все-таки надо сейчас поставить 100 штук, я это сделаю. Они внутрь залезают теперь. Ну, а в здание прям заходят? Да. О, это прикольно. Точно. Опа, ожил. Интересно, он догонит меня или нет? Ну, давайте проверим. А он не может по ступенькам ходить, трахит. Ха-ха, класс. Так, добиваем до 100 штук. У нас даже, наверное, не 100 штук стоит, а больше. Давайте посмотрим. У нас стоит 101 абунга. Ставим парочку таких. Парочку таких. Ой, ребята, сейчас будет веселье, конечно. Они все тпхаются или некоторые не тпхаются? Как вы думаете? Они все тпхаются. Все, 101 абунга, ребят. Ух ты, не достал, а хотел. Ой, эй, рядом, пацаны. А, зараза, допрыгнул. Представляете, смог запрыгнуть и убить меня. А я его запомнил, текстурку на лице. А, то статуя, ну он-то игрок стоит, а то статуя. Чё, домовухи, слеповухи будем кидать? Так, да, следующее убегание, когда мы сделаем, реально будем делать так, чтобы догонял человек, и слеповухи будем использовать. Было бы классно, если бы NPC, да, можно было бы ослеплять? Вообще было бы, мне кажется, очень эпично. Но это нельзя сделать, я не знаю, где ты постоянно бегаешь. Ай, блин, прям поцеловался с ним. Так, у кого больше смертей? Что, у меня что? А, нет, не у меня. Славика. Что-то имя похоже на Славика, ну то ладно. Так, пацаны, а вы где вообще все зашкерились? Я никого не вижу, у нас же шестеро. Да там кто-то в здании, возможно, подшкерился. Ах, вы негодяюшкины. Ай, блин, ну ёкало-манекало. Так, и что делать? Я хочу в здание зайти теперь. А они не дают этого сделать. Опа-опа, вышел из здания. Теперь у меня есть шанс зайти наверх. Так, отлично. Главное не застаиваться на пороге, потому что они через крышу могут убивать. Так, отличненько. Приближаемся. Так. Ну что, пацаны, я на крыше. А что, я не могу убить? Эй! Да я ж хоть... Блин, надо было прицелиться лучше. Да я поддался тебе. Ай, блин, он за мной бежит. Короче, начинается угар. Начинаем мочить. Те, кто застаивается, буду мочить, пацаны. Ну хорош. Уходите. Нет, не выйти. Чё там, нормально? Попал? Попал? Ну, давай, базук. Есть. Не попал, да? А там, наверное, никого нету на крыше, я так понимаю, да? А не, раз они там трутся, значит есть. Ах! Заразы такие, а? На темочку. О, привет. Ай, ну блин, ну ё-моё! Где мой арбалетус? Хорош!
Случайно это как-то стрелял на дурака и попал. Так, все-таки они по ступенькам поднимаются, вижу. А че труп лежит, не возрождается тут никто? Так. Никого не вижу из пацанов. Эй, а че, интернет? Не, интернет не пропал. Ай-яй-яй! Не, мы здесь просто все в ФК встали. Эй, а че вы такие? Я люблю такого ФК вставать. 50. Давай, 150, уговорил. Ровно 150. Полетели. Давайте ставим чё... О, хорошо, хорошо. Так. Всё, уже... Нет, вот окажется тебе. На самом деле они хорошо бегают. Ой, надеюсь, у меня, ребята, Гарри Смот не вылетит. А, они прям за мной. Я буду бежать еще. Все, 150 штук, ребята, поставил. Это рекорд, кстати, для наших роликов. 150 штук я еще не ставил. Дима, ты когда пытался меня убить, у меня остался 1 хп. Да? Мне чуть-чуть не хватило? Да. Совсем чуть-чуть. Ну, блин, обидно. Ого, они на расстоянии убивают. Серьезно? Вроде нет. Но меня на сильном убило расстояние. Да? Ну, это я их запрограммировал. Чёрный. Так. Так, эй, оружие. Убирай свои программирования. Не буду убирать программированное. Ох, да, ты, блин, они так рядом прыгают, кажется, что сейчас допрыгнут. Ух, их там внутри. Чё, много? Ребята, вы вообще жестко устроили. Так, короче, ай, я хотел спрыгнуть. Всё, сейчас я буду выживать, внизу бегать. Все, побежали, чисто внизу выживания. Сколько я продержусь, давайте. Засекаем. Напишите, ребята, в комментариях, сколько минут я смогу продержаться внизу. Я думаю, что пару минут продержусь точно. Посмотрите, как хитро обходит меня. Отлично, отлично. Опа-па, опа-па. Ну, тут я уже реально не поддавался. Они прям жестко меня окружили. Ух, Димас, ты что-то догоняешь нашего дружка по убийству. Чё там, на крыше никого не было? Да, конечно, вы же зашкерились, аж там внизу выживаю, видите, профессионально. Ой, и не боюсь их, смотрите. Я вообще не боюсь обунг, что они могут сделать? Ну, подумаешь, 150 штук, что? Что? И ничего не может, смотри. Вот это их толпа. А ничего не можете, да? Чё ты мне сделаешь, чё? А? Не можете ничего сделать? А я бегаю с задним... Получил, короче, подсрачник. Блин, жестко увидел со спины. Надо, значит, смотреть и вперед, ой, и назад. Ой, сейчас Дима проиграет. Да не, я вообще выиграю. А че вы не умираете никто? Карту обновили, да? Жестко, жестко. Ух, прям из угла убил. Там на крыше никого нету? Мне кажется, не, что не на крыше кто-то стоит там, не? Ух ты! Смотри, какой хитрый, стоял, ждал меня. Ух, их тут прыгает. Да, они высоко прыгают, реально. Эти некс-боты вообще жесточайшие. 150 абунг. Ставил бы больше, но вот на грани того, что вылетит. Вот прям чувствуется. Дима, я себе открыл проход. Нет, теперь ты уже не сможешь пройти. Эй, ты дурак, что ли? Ай, блин, он меня убил! Ах ты хитрый, да надо было меня отвлекать. Ну что ты делаешь? Ой, он за мной пошел. Ого, их тут! Их вообще жестко. Ну все, пацанов не буду убивать, буду стараться выжить. Ну просто нереальное количество. Ну что вы, мужики? Я попробую зайти в здание. Ага, они заполонили там все. Не дают мне никак пройти. О, давайте под здание заплывем, мы же можем? Ах ты! Для них это тоже не проблема, заплыть под здание. Они еще плавают лучше, чем я. Ну, если ты посмотришь на противоположное здание, я вон прыгаю. А, я вижу, да. О, кто это делает? Это и тучка вроде бы. Эй, и тучка. Ого, базука рядом пролетела возле башки. Зря. Ух ты, между ног пролетело. В смысле, я не попал. Ай, блин, а Бунга залез. Он не залез, он тпхнулся ко мне, представляете? Стоять! Ух ты! А,
Ай-яй-яй! Ты где? О, Брун. О, Брун меня убил. Ку-ку! Он прям попался. Это жесть. Так, заполонили реально всю карту. Они через стены пролазят. Короче, если будет у меня новая видеокарта, можно будет ставить 300 штук. Вот это будет вообще трэш. Мне интересно, вообще можно будет хоть чуть-чуть выжить, когда будет 300 штук? И мы будем в 3 FPS записывать. Ого, йо-йо, я передумал. Насчет 300 штук? Да нет, там, короче, я залез на крышу. Да блин, или меня убивают игроки, или абунгоксы. И игроки, и абунги. Ну да. Чуть того, чуть-чуть того. Ой, меня сзади. Так, хорошо. Ты мой физган. Так, я придумал кое-что. Нет! А это не мощно, это не бомба, это ракета. Где ракета? Да, там небольшая ракета я запустил, она маленькая. Ты дурак, что ли, стрелять? Че, не убил? Не, вообще не достало. А, вот так, значит, да, вы со мной? Я к ним со всей душой. А они... Ой, я что-то Димаса догоняю. Во-во-во-во-во, вот это получше уже пошла. Надеюсь, догонит. А чё, у меня 7 хп всего? Ну-ка! Есть! А чё, Думч убил, а не я. Я думал, я поубивал. А, да, но это... Очень странно, да, засчитывает как-то? Хорошо, давайте Гренвич. О! На, попей! Это жесть! Было бы классно, если бы еще бунги умирали. Нет, вообще не достало. Бум. Так, сколько я раз умер? 29? О, я что, больше всех умер? А нет, Хловик все-таки. О, кто-то мне лекает. О, спасибо, кто-то мне выдает жизни. Ах ты, ты что, по мне? Эй, да кто тут-то? На тебе, я сейчас умру вместе с тобой. Не, я передумал умирать, надо валить. Но тут кто-то невидимый ходит, ножичка меня чикает. Кто здесь? Невидимка, выходи. Так, 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 стопэ. Есть, вижу, вижу, вижу. А кто это у нас тут? Гусаня, когда ты был невидимый? Ах ты, ты что делаешь? Я к тебе со всей душой. Ну я думал, ты это, хочешь меня скинуть. Не, я хочу тебе гранату кинуть под ноги. Телепортируется, это просто жесть. Че, не попадаешь, что ли? Есть, отлично! Так, я понял, короче, открытая жесткая война у нас, да? Ему что-то не умирает. Ой, это уже всех убьет. Нет, это не убьет, меня нет. Я живой, смотрите. А че она слабая такая, или это карта большая? Во, смотрите. Так кто здесь? Кто здесь? What username? Ты кто? Выходи. Вы чё делаете? А, вот так ты хочешь меня убить, да? Вместе умрем тогда. На. Блин, а кто ты невидимый был? Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Discord. Ну, всем отличного настроения и всем пока. Как всегда. Delicious.